Здравствуйте, друзья, с вами Яковлев31, и это 34-я серия про мой город в Майнкрафте. Да, друзья, сегодняшний обзор у нас кинотеатр Победа. Изначально я хотел назвать его кинотеатр Космос, но так как нету улицы космонавтов, тем более она должна быть, но я ее не сделал, к сожалению, так что... Может, я, наверное, сделаю ребрендинг Днепровского проспекта, в общем, и назову ее как улица космонавтов. Ну, что будет, то будет. Вот у нас кинотеатр Победа. Здесь у нас два входа. На случай, если будет большая толпа. Ну, давайте посетим его. Так, здесь у нас как бы справочная. Такая вот. Ну и такой вот просторный коридор в первый этаж. Еще у нас тут такой вот зал, такой вот кинозал получился. Довольно нормальный и просторный. И здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, 7 залов. Ну, самый нижний зал этот номер 7. И тут очень близко. Если взять вот за этаж номер 1. Ой, не этаж, а ряд. Ну, здесь на первом, втором, третьих этажах как бы нормально. Потолок не мешает, потому что вот потолок там прямой, вот так вот. Не прямой, не кривой, в общем. Дальше у нас такие вот запасные аварийные выходы на случай внештатных ситуаций. Ой, я дверь сломал случайно, извиняюсь. Так, аварийные выходы и все такое. Тем более два входа в зал на случай еще раз на случай, так сказать, естественно, большой толпы, будет очередь большая. Дальше у нас такая маленькая кондитерская, можно купить что-нибудь под кино, там, закуску какую-нибудь. Ну и дальше у нас такие вот столики, как в кафешке, такие вот двойные. Так, дальше у нас служебные помещения. Да, это... Как понятно, это у нас служебное помещение. Особо смотреть нечего. Так, лестница, например... Так, эта лестница у нас на крышу. У нас тут, тем более, два выхода на крышу. Уходим. Так, дальше у нас еще лестница. Здесь тоже, как бы, служебный вход... Ну и еще один проход в кинозал отсюда. Здесь у нас тоже служебные помещения. И еще один выход в кинозал. Так, здесь у нас кассы. Вот такие вот кассы, где можно билеты купить. Но минус в том, что вход в кассу находится с этой стороны. А, не-не-не-не, ошибочка. Это не в кассу. А, все правильно. Это с бабака находится касса, а не сзади. Так, у нас вот такие вот служебные помещения. Можно по стеклам увидеть. По окнам увидеть. Из окон увидит, что это и есть служебное помещение. То есть здесь. Так. Ну, тут понятно все. О, дверь там не закрыта. Так, дальше. Дальше я сейчас вон увиду со стороны кинотеатра. То есть кинозала. Так. Ну, или лучше через запасной выход. Не пофиг. Ну, короче, в общем, на этом все, друзья. Спасибо всем, кто смотрел этот выпуск. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите идеи. Не забывайте нажимать на колокольчик. И да, друзья, в общем... Насчет, вы спросите, как там Яков Ивановский метрополитен? Да, все нормально. С метро все в порядке. Бурное строительство идет, в общем. Ну что ж, друзья, давайте завершать выпуск. В общем, сегодня все. Всем пока!